проигрыватель компакт-дисков, CD-дисков японской корпорации Pioneer. Название у модели PD5030. Это мультибитный ЦАП у него на борту. Очень он тяжеленький такой, где-то килограмма 4,5-5. Головка лазерная у него стеклянная. Читает все и вся. Корябанные, царапанные, минусерки. Соответственно, тоже вот такой будем проверять. ТДК-шечка CDR80 минут. Значит, стабилизационный механизм. Диск вот у него, значит, написано даже анти... Значит, конструкция антирезонансная, значит, стабилизационная. Есть выход на наушнички 6,3 мм, кнопочка включения. Лампочка светодиодная загорится, как диск там будет. Выброс, повтор, поиск быстрый по тему. Пробежаться, значит, memory, программ. Переключение треков. Стоп, пауза, плей. Соответственно, тут пиктограммки, там все это будет загораться. И дисплей у него яркий, красного свечения. Так, вот такой вот у него. Или оранжевый. Я вижу красный, камера видит оранжевый. Значит, ну что, ставим мы нашу эрочку. Минус эрочку 80 минут. Считывает он его быстренько. Загружено по самой не хочу. 78, 59, 22 темы. Значит, что программ? Так, программ надо, значит, что там? Play, наверное, нажать, потом программ. Нет, что-то не то, стоп. Теперь программ, да, первая, вторая, третья, четвертая, пятая будет. Так, Rapid у него где-то вот тут есть. Так, будет повторяться, но мы будем слушать, нам ничего повторяться не надо. Пауза. Между треками мы снова в Пекин. Так, а мы будем слушать 22-ю тему. Так, что надо делать? А, нажать надо плей. Аппарат японский. Производство Япония, Made in Japan, вот тут написано. Питание у него 220 вольт, значит, встроенный хвост. Есть проходящая розеточка на 100 ватт. Серийный номер вот такой. Привезен с Финляндии. Выход только аналоговый РЦ, никаких оптик. А они не нужны, потому что здесь свой. ЦАП мультибитный, шикарно звучит, состояние отличное. Значит, заменен пасик привода, выброса лотка. Как говорится, делать ничего не надо, покупай, включай, слушай, наслаждайся.
Вот. Все. На этом аппарат очень хороший, надежный, звучный, со звучным ЦАПом, со стеклянной линзой. На этом все.